Приветствую всех зрителей моего канала. Продолжаю снимать тестирование своих находок. Дополнение к 9-му выпуску. РУЖК монитор. В общем, мне удалось его починить. Вот я покажу. Снизу. Блок питания оставил оригинальный. Замкнул только предохранитель, который показывал. Перегоревший. И все, и он заработал. Проверил все напряжения, все оказалось в норме. Дальше подключил дисплей. Вот я отрезал проводки от разбитого монитора. И вот так аккуратненько их сюда припаял. И все заработало. Обе подсветки работают, и верхние, и нижние лампы. Шлейф тоже подключил. Все нормально. Так, кнопки. Вот проводок. Кнопок нету. Но он и так включается, работает. Ну, сейчас я покажу, как он работает. Правда, не могу подключить сигнал. У меня нет видеошнура к нему. Я для проверки подключал от компьютера. Я отключал от компьютера шнур и подключал его к DVD-плееру. Сейчас я не могу взять шнур, потому как снимаю видео через компьютер. Но я просто включу монитор в сеть и увидите, что он работает. Так, включаю свет. И вот монитор запустился. Покажу поближе. Вот это его корпус, у которого был разбитый дисплей. Корпус вполне в хорошем состоянии. Здесь, правда, немножко поломанный, но в принципе восстановить можно. Я уже этот корпус показывал в находках. Там поворачивается. Дисплей немного меньше в размер, но я думаю, как-нибудь я его поставлю. Вот это, вот эта задняя часть от этого дисплея. Больше ничего не было. Еще раз покажу, как работает. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.